Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятия, которые я проводил в Потеряевке. Почему? Люди говорят, не всех хорошее зрение могут видеть, а прослушать могут. И поэтому мы насчитали и Новый Завет. У меня Библия насчитана была раньше, а теперь мы ее почти весь Новый Завет с толкованием. Тоже у нас есть на нашем Ютубе. Включил в это время, занимайся рукоделием каким-то, хозяйка на кухне что-то возится. А в это время звучание идет, чтобы она не отставала в духовном развитии. Итак, это я занятие проводил в Потеряевке с 91 года. Ну тут еще одна тема такая, свобода. Свобода! У нас приехал митрополит, и во время богослужения в Потеряевке, вот сегодняшний митрополит, и попросил сказать слово какое. Ну, я зашел в алтарь, благословился с Библией в руках, митрополит Сергий Иванников. Очень хороший митрополит, хорошие отношения. Я говорю, я сегодня скажу, он попросил меня, чтобы я во время литургии сказал слово. Я вообще это не проповедую сейчас. Раньше я говорил 4 проповеди каждую неделю. Вот. Я говорю, я буду говорить о свободе, которую дал Бог человеку. И об этом сказал. Ну и дальше считаем. Радио «Роса» представляет авторскую программу «Душеполезные беседы». У микрофона автор и ведущий Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник. То есть вот одну передачу такую я решил поместить здесь, что я по радио вел в то время. По телевидению я выступал так, и 3 радиопрограммы по эфирному времени, ну, несравненно выше самого первого, кто за мной был. Так что коммунисты протестовали, почему одному человеку столько даете говорить. Ну, одна вот эта получасовая программа была, воскресенье, онлайн, часовая. Каждое воскресенье часовая программа со зрителями, отвечать на вопросы. То есть, вот так Господь сделал. Вот дальше я вот это говорю. Мир вам! Сегодня, как и всегда, в это же время, в 9:20 в понедельник, мы поговорим, что касается нашей бессмертной души. Сегодняшняя тема беседы и рассуждений будет о свободе. Что означает свобода в божеском плане? Что об этом говорит святая книга Библии? И как нужно достичь настоящей, подлинной, немнимой свободы? У кого есть Библия, можете читать с первой книги Бытия о том, как Бог сотворил человека по образу и подобию Божию. То есть это дословно записанное на магнитофоне. Я считаю не по бумажке, а просто сижу. Они делают запись. Это получасовая программа. Двойное стекло, и на той стороне сидит оператор. Я говорю, я ему заранее предупреждаю. Вот получасовая программа, ты мне показывай на пальцах. 5 минут осталось. 4. Я на него смотрю. И в это время я говорю. И потом он мне скажет, я много работал на этой радиостанции. Первый раз вижу, чтобы не приходилось переворачивать назад. Но обычно там машут, все, назад, крути назад. Я ошибся здесь. Как? Бог это делает. И он отработает день, два, год. И он ни разу не остановил. Он другим говорит, а как это так может быть, чтобы до одной секунды буквально точно по времени. Так ты же показываешь мне. Ну а у вас же там больше. Я говорю, я сразу мысли начинаю сокращать где-то или добавлять. Если у меня уже концовка была. Я обязательно подтяну именно под это. Он показывает один. Но один-то я уже чувствую, что это... Ну маленько поменьше сделаю, чтобы не ошибиться. Секунд на 5. Ну я могу даже сам посчитать, как я считал. Что означает по образу и подобию? Во-первых, Бог вечен, таким же сотворил и человека. Человек не умирает, смерти нет. Есть только переход из одного состояния в другое, когда оканчиваются жизненные силы тела, этой оболочки нашей души. Второе. Человек награжден творческой энергией, изобретательностью, и человек имеет свободу. Человек имеет право выбора встать налево на погибель. Или направо, на спасение. Бог предлагает человеку благословение и проклятие, жизнь и смерть, воду и огонь. И добавляет, зачем вам умирать, неразумные? Изберите добро. Ведь в мире все надвое. Есть свет, есть и тьма. Некоторые люди пришли к Богу через признание различных бесовских наук. Читали сонники, а иные занимались колдовскими науками. Есть черная и белая магия. И говорят, что стали задумываться,
что если есть такая сила, как описывается в житии Киприана Карфагенского, есть, значит, и что-то другое. Есть мир и есть антимир. Все в мире стоит одно напротив другого. И человек никогда нейтральным не был и не может быть. Человек зависит и от тяготения земли, и от своего положения. Человек не свободен родиться, кем он хочет. Бывает бедный и богатый, здоровый и больной. И во всяком положении Бог дает человеку выбор божественной свободы. Мы считаем об этом в послании к Галатам 5.13. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, чтобы эта свобода не послужила поводом к распутству. Апостол Павел говорит об этом так. 2 Коринфянам 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. И там человек находит Христа. Профессор Владимир Филимонович Марцинковский, которого неоднократно арестовывали, это начало после 17-го года, гонения на верующих, однажды сказал просто классическое выражение: «Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма». Если человек верит в Бога, он верит, что это допущено Богом. Есть такой акафист, хвалебная песня Пресвятой Троицы, написанная священником Григорием Петровым, незадолго до расстрела в страшных сталинско-бериевских лагерях. Там начинается прославление Бога за рождение ребенка, каким был беспомощным, и как ты, Боже, меня произвел на свет. Человек хвалит Бога и за утреннюю росу, и за закат солнца, за гениальность человеческого ума, за художественные всплески, славит его за все, что видит, за свежесть ягод, за друзей, за близких и за родных. Многие, находясь на свободе, никогда не оценят дар, который есть у них. Почему заключенные в камерах очень часто пишут и рисуют колючую проволоку? Свободу может оценить только тот, кто потерял ее. Свободу оцени теперь, потому что ее уже нет. Когда человек выходит из заключения, то говорит, что хочется каждое дерево потрогать, не говоря о родных. Представьте, внезапно оторванный от ствола, от жизни росточек. Если дадут свидание, и только через несколько стекол по телефону, да посреди еще сидит охранник, коридор как бы, и там стекло и здесь. Мы видим, а охранник посредине сидит. Человек ловит вздох по этому хриплому телефону, нет свободы. Несвободный человек ничего великого сотворить не может. Почему? У нас все японское, да немецкое, да английское, да американское. Всякую бионику объявляли вне закона. Вавилова расстреляли. Псалмопевец Давид в Псалме 65, 12 говорит: «Посадил человека на накушу главу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Человек, сотворенный Богом, наделен этими великими дарами, даром выбора. То есть Бог дал волю, и этой волей ты можешь распорядиться сам. И как ты этим воспользуешься, этому нужно учить человека. Говорят, вот дети родились, они как ангелы. Дети все святые. Но Священное Писание так не учит. Псалом 50, 7 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Иов говорит, 14.4. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». 1 Коринфянам 7.14. «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Если одна половина верующая несет ребенка к крещению, то есть муж или жена, тогда дети святые, омываются в крещение от первородного греха. «Иначе дети ваши были бы нечисты». Ребенок родится не святым. Иов 11.12.
но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. И человека нужно учить всему, что окружает его, и более всего правильный выбор сделать. Человека нужно учить пользоваться свободой. Все наши люди настолько привыкают к несвободе, как пишет Некрасов, есть сущие псы иногда. Чем им сильнее наказание, тем им милее господа. Сегодня многие желают диктаторской власти, чтобы прекратилось это беззаконие, разгул преступности. Можем сказать так. Попытка воспользоваться свободой, которую дали человеку, была утеряна. И вполне возможно, что Господь повторит нам этот урок, который терпели 73 ужасных года. По подсчетам Александра Исаевича Солженицына, а он опирается на статистику ученых, в архипелаге ГУЛАГе он говорит, мы потеряли 66 миллионов насильственно оборванных жизней, а всего славян погибло 110 миллионов. Больше ни свободы никогда мир не знал, ни в печати, ни в мысли, ни в разговоре. Все были связаны с тоталитарной системой, этим страшным режимом. Иногда человек бывает верующий, познал свободу во Христе, ходил, молился, но стал отступником. Я в своей жизни еще ни разу не встречал людей, которые бы отступили от Бога, вышли бы из церкви и стали бы нравственно лучше. Ни один из них не может удержаться на прежней ступени, потому что делающий грех есть раб греха. Евреям 6:4-6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, невозможно опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Вот человек курит, он осознает, что это вредно. И он понимает, что 12 лет жизни у него оборвано. И последние 10 лет будет кашлять и заражать других. Говоришь, можешь ли бросить? Могу. А почему не бросишь? Не могу. Значит, раб греха остается рабом, ибо дьявол пленяет навсегда. Сделавший грех есть раб греха. И вы будете свободны, если Сын вас освободит, то есть Иисус Христос. Не забывайте, что это я говорю по радио. «Воззови ко мне, — говорит он, — и я услышу тебя. Я протяну тебе мою пронзенную длань». Христос спасает. Когда ты сам познал истинную свободу во Христе, радость свободного поступка, тогда отпусти пленных на свободу и угнетенных не держи пленными в сердце. Прости каждому. Если бы мы знали, что как мы поступаем с ближним, так будут поступать с нами дети. Если ты поступил несправедливо со своими родителями, то отмститься в детях, обстановка в семьях сегодня изменилась бы. Входящие в дом сноха или зять должны почитать тестя или свекра, так же, как и своих родных родителей. Такую свободу Бог дал, хотя кажется, что тут не свобода, что молодые должны подчиняться неразумным и старым людям. А это и есть свобода в подчинении закону Божию. Свобода – это не произвол. И свободе нужно учить с молодых ногтей человека. Деяния 25:16. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Это римский закон. У коммунистов не было тройка, ни одного вопроса. Ему подали бумагу, на ней написано, все, выносят расстрел. Сегодня мы имеем эту свободу. Иметь адвоката, защитника. Прошлые годы этого не было. Как пик всему, это 37-й год. Тройка чрезвычайно, и пошли считать подвалы Лубянки. Бог отнял свободу, потому что мы ее не оценили. Если мы сегодняшнюю свободу не оценим, какую имеем, а ею, нужно сказать, многие не воспользовались, и вместо движения вверх многих потянуло в подвалы,
в различные темные места, смотреть разврат, насилие, то Бог заберет ее как ненужную для таких неразумных людей. Чему научили детей эти фильмы? Иаков 1.25. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И в этом законе свободы мы должны стоять. Закон, дарованный Иисусом Христом верующим в Него, которые уверовали и приняли святое крещение, получили имя христианина. Иоанн 8.32. И познайте истину. Истина сделает вас свободными. Сам он о себе говорит так. Иоанн 14.6. Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Римлянам 1.4. И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых в Иисусе Христе Господе нашем. Истинная свобода только там, где царствует Христос. Если человек отступает от Бога, то дьявол берет семь злейших демонов и вселяется в человека, ибо находит место незанятым. И последнее для человека бывает хуже первого. Когда потеряли свободу душа, потеряла, она влачит цепи греха, рабства. Иногда эта беда постигает целую нацию, как об этом писала Анна Павловна Барыкова свыше 120 лет назад. Вот это перевод из Виктора Гюго. «Бывают времена постыдного разврата, победы дерзкой зла над правдой и добром. Все чистое молчит, как будто бы объято тупым, тяжелым сном. Повсюду торжество жрецов тельца золотого, ликуют баловни бессмысленной судьбы, ликуют образа, лишенные людского, клейменные рабы. Жизнь стала оргией. В душонках низких, грязных, чувств человеческих ничто не шевелит. Пируют, пляшут, пьют. Все пошло, безобразно, а совесть крепко спит. Махальный хохот, крик, нелепое опьянение, все речи честные, все мысли заглушил. Бойцы за истину лежат полны презрения на дне сырых могил. Такие времена позорные не вечны. Проходит ночь, встает заря на небесах. Толпа ночных гуляк, ты скроешься, конечно, при солнечных лучах. 1878 год. Рождение 1839-1893. Светлые лучи солнца правды, как об этом считаем. Псалом 83:12. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Если человек не освящен благодатью Духа Святого, он бредет не зная куда и влечет за собою других. Никогда на русской территории не было такого наплыва различных сект, сатанинских учений. Сегодня делят людей не по политическим признакам и расам, но по религиозным. Русский человек практически всегда был монолитным, единым в православной вере. Пророк Ездра говорит... 3 Ездры 8.56. Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его. То есть можно Бога принимать или не принимать. Люди избрали одно – не верить в Него. Презрели свободу, когда еще право имели. Право распорядиться самими собою, пишет Ездра. Но это только в этой жизни. Когда считаем о наказании человека после смерти, то хозяин, то есть Господь, говорит, свяжите грешника по рукам и ногам и бросьте во тьму внешнюю. Руками здесь названо прекращение деятельности. И ничего ты уже не сделаешь. И не подашь милостыни. Ногами означает, говорит великий Златоуст, что никуда ты не можешь пойти. Свяжите по рукам и ногам.
но не можешь навестить больного, близкого, где не можешь оказать дело милосердия. Все это делается только при жизни, пока ты имеешь свободу движения. Человек, ничем не занятый, говорит Мартин Лютер, считает, что он свободен. Но незанятая душа Христом – это хорошая кузница сатаны. Если человек ничем совершенно не занят, пусть он себя не обманывает. В это время в голове бродят мысли, отголоски разных разговоров, кого-то судит. Вот почему и заповедано непрестанно творить Иисусову молитву. Страшное дело потерять свободу. Но вот мы читаем в житиях святых, и притом не однажды, а назову лишь несколько святых, которые сами себя продали в плен, чтобы спасти кого-то, отдавали в чашки работы, в рабство, чтобы помочь, как это было со святым Павлином, выкупить из плена сына одной вдовы. Сегодня много таких павлинов, которые стремятся подать себя в лучшем виде, заботиться только о себе. Они широко распространили о себе мнение, что они единственные, кто спасет Россию. Но готовы ли они чем-то пожертвовать? Спросим их, как этот святой, память его 23 января. Или нам действительно нужны только такие гоголи, которые бы нас не трогали. 31 августа, Киприян. 12 января, Петр Афонский. Вот один из особо известных святых, который угодил тому, кто пленил его, и, выходя из плена, вывел всех до единого пленных, выпросил себе. Мы читаем об этом в житии о Макаре Желтоводском. Хан отпустил его из плена и сказал: «Проси, чего хочешь». И он выпросил 400 пленных русских. Тогда тоже выкупали, как пленного Рудского в свое время, но многих не сумели найти. Слово Божие говорит, что временная свобода есть величайший дар, который Бог дал тебе, и этим ты можешь пожертвовать ради ближнего. Отдать даже драгоценнейшую свободу. Многие безбожники говорят: мы свободны, и мы никому не обязаны. На это апостол Павел говорит Римлянам 6:20: «Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». То есть, хотели бы творить доброе, да не можете. Вот, проверьте сами себя и своих близких неверующих. Я говорю пока о мужчинах. Много ли вы найдете тех, кто не сквернословил бы, не матерился? А Слово Божие говорит, Левит 29: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». А ругается на матери: «Я твою мать там». Вот они все повинны в этом. Притча 20:20: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Иезекииль 22:7: «У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя». Матерное слово есть богохульство, и матерное слово влечет человека в ад. А ведь у нас буквально все заражено этим. Иной торгует на базаре в тюбетейке и два слова не скажет по-русски, но чисто скажет по-матушке. И причина одна, как пишет Алексей Максимович Горький: нет ничего святее матери. Как в восточной мудрости говорится, что хотя бы ты на огне в пригоршне приготовил для матери обед, и тогда ты должен перед ней. Сирахова 7:29: «Всем сердцем почитай отца твоего, и не забывай родильных болезней матери твоей». Итак, имя самое святое на Руси
поносится. Невозможно сказать как. А если человек нагрешил, то возможно ли ему прощение? Хотя Писание говорит, что человек проклят, но доколе ты жив, не падай духом. Нил Синайский говорит, согрешить – дело человеческое, но отчаиваться, дескать, все, пропал, не спастись – это дело сатанинское. Уверовав Христа, Господа нашего, что Христос из-за тебя проливал пречистую кровь, и скажи, я хулил имя Матери, я воровал, я блудил. Господи, Господи, не перечислить все грехов моих, прости меня, омой меня кровью Твоей пречистой. Уверовав во Христа, прими правильное крещение, то есть в троекратное полное погружение. Мы постоянно об этом говорим, потому что за последние 50 лет, может быть, никто не был в Барнауле крещен правильно, по православной вере, а только так, на скорую руку, мокрой ладошкой по голове гладили. Крещение – это прообраз смерти. Римлянам 6.3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Пишет апостол Павел. А если смерть, то человек должен скрыться в воде, давая обещание служить Богу доброй совестью и сказать, избирая Бога, одного Бога. Иные свободны от совести. Тогда что же у них остается? Бесстыдство. За деньги в киосках скрученные стоят на обозрение. И правители могли бы прекратить это. В прошлое время полагали какой-то предел. Какие-то горкомы, райкомы, партии за этим смотрели. Но сегодня дали свободу, и человек так дурно ей воспользовался. На самых низменных страстях развращает молодежь. А чем все это откликнется? Какой несвободной? Сколько еще будет насилия? Это я говорю по радио. По радио. Получасовая программа «Роса» в Барнауле. Бог дал свободу. Свобода. Можешь болеть, а можешь лечиться. И только два врача. Поликлиника и священник. А люди пошли на телесеансы. Смотреть на тех, которых сегодня и найти не могут. Психиатры сегодня встретились с такими болезнями, которые вселили в них телебесы, что не знают, что с ними делать. И по сегодняшний день еще пытаются руками махать. Больницы переполнены, буквально в коридорах. Приходится койки ставить. А священники говорили, церковь православная не молчала, что те, кто лечился, смотрел на этих экстрасенсов, отлучаются от церкви на 5 лет. И когда заболели, но не получили эту эпидемию, не плакали, а первым делом решили причаститься, то грех этот еще более усугубили. Если кто сам занимался этим, тот отлучается на 18 лет от церкви. Того, кто занимается экстрасенсорикой, колдовством, даже в комнату нельзя к себе запускать, иначе на 2 года за это отлучение. Это не является нетерпимостью, а спасением человека. Ведь изолирует же заразного того, кто несет в себе бациллу чумы. А эта чума как раз и пришла в Россию. Мы говорили, что через 5 лет примерно после всех этих сеансов в России будет всеобщий психоз, как было в 1933 году в Германии. Никто почти не прислушался. А сегодня мы практически уже видим неуправляемость молодежи. Тюрьмы забиты, дети бегут из дома. Ну, я знаю, я в тюрьме 17 лет сотрудничал, и начальник детского лагеря 45 лет. У меня опыт. Так где же выход? Господи, как дурно мы воспользовались этой свободой. Мы столько просили Тебя, даруй нам свободу. Равенства не было и не будет. Бог не обещал равенства. Неравенство всегда на земле будет.
Но свободу Бог дал. Что же делать? Только покаяние. Если Сын вас освободит, то истинно свободны будете. Сегодня некоторым хотелось бы, чтобы запретили всем сектантам из Америки, всем еретикам проповедовать, а чтобы дали приоритет только православной церкви. Но когда при Константине Великом также православные обратились к нему, запрети ариан, он сказал, нет, Бог дал свободу, и потому устраивайте диспуты, решайте, какая вера более верная. Так что сегодняшнее законодательство о религиозных культах необходимо сохранить. Пусть проповедует каждый, а православная церковь пусть не спит, пусть трудится. Взять же тех американцев, из какой дали они приехали, сколько книг понавезли. Много они не знают, как должно. Но вот здесь-то как раз и время потрудиться с ними. Они свои семьи оставили. Они стараются принести Слово Божие. Правильно или неправильно, это вопрос уже другой. Но сколько в этом самоотвержения? А мы рядом здесь, свои же священники. И бывает, что за богослужением несколько священников сразу служат. И ни одной проповеди. То есть свободу Бог дал. Ты же правильно ею воспользуйся и получишь добрые плоды. Свободу, обещанную Богом, нужно понимать только так, как объясняет нам сам Господь. 1 Ездры 9.8. И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога нашего. И Он оставил у нас несколько уцелевших и дал нам утвердиться на месте святыни Его. И просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Какие бы ни были тяжелые времена в прошлом, и не менее, быть может, для некоторых и сейчас тяжелые, трудные в экономическом плане, но свобода есть. Свобода избрать лучшее. Те же, кто воспользуется этой свободой, могут сказать, что Христос вывел их из этого плена, служения греху. И апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 8:9. Берегитесь же, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Если кто-то соблазняется, то нужно посмотреть на эту немощную совесть. Бог избирает нас и предупреждает, где может быть полная свобода? Это только там, где Дух Божий. А Дух Божий, где и на кого Он сходит? На того, кто принимает крещение и кто принимает святое помазание. Святое помазание Духом Святым Господь дает нам самое свободное слово, слово Евангелия. И в этом свободном слове мы находим, что Господь сохраняет за человеком право выбора, как об этом пишет Константин Сергеевич Аксаков. Стихотворение называется «Свободное слово». Ты чудо из Божьих чудес, ты мысли светильник и пламя, ты луч нам на землю с небес, ты нам, человечество, знамя. Ты гонишь невежество ложь, ты вечную жизнью нова, ты к свету, ты к правде ведешь свободное слово. О, слово, дар Бога святой! Кто слово, дар божеский свяжет, тот путь человеку иной, путь рабства преступный укажет. На козни, на вредную речь, в тебе ж исцеление готово. О, духа, единственный меч, свободное слово! 1849 год. Жил с 1817 по 1860 год. Да. Можно напомнить, сколько существует видов несвобод, чтобы человек, пока еще имеет свободу, ценил ее, понимал. Одно из самых сладких видов рабства считается, как говорили древние греки, узы гименея. Это бракосочетание.
Есть такая книга «Избранные произведения» Яна Амоса Каменского, которого называют отцом мировой педагогики. И там есть «Великая дидактика», «Ярмарка суеты», где говорится о том, что когда человек женится, то есть теряет свободу, то на руках и у мужчины, и женщины запаиваются заклеймованные узы. Раньше люди придерживались тех правил, которые даны были в Евангелии. Человек не имел права разойтись. Почему и в песнях поется, словно пташечка свободная была, на свою беду тебя я повстречала. И вот Златоуст говорит, что ты была свободная, доколе не была замужем. Но как только вышла замуж, то превратись в камень. Условия такие, что отныне муж будет главой ее. И самое ценное в жене будет молчание. Свобода полностью потеряна. Тело движется только туда, куда скажет голова. И муж связан, и уже не распоряжается своим телом. Ни дома, ни в командировке, ни на даче, когда нет жены. Тело его принадлежит его жене. Муж не властен над своим телом. А раз не властен, значит не свободен. Свобода там, где человек свободен в выборе действий. Какие еще бывают виды несвободы? Человек говорит, я хотел бы бросить курить, да не могу, рабство табаку. Хотел бы не сквернословить, да ничего не получается. Как говорила Марина Цветаева, матерная брань совершенно подавила язык человеческий. Антон Павлович Чехов повторял, бранное слово – это низость и убожество души. Владимир Владимирович Маяковский говорил, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Из этого боя вышли победителями только христиане. Если кто не согласен с этим, я хотел бы найти этих людей. В действительности существует еще более тяжкое рабство. Потеря свободы духа. Когда журналист, писатель пишет не то, что хотел бы, но как бы внутри себя имеет цензора и знает, что это не пропустят. Выше всего над этим, как бы контрольный часовой над свободой, должна всегда стоять совесть. Совесть должна сказать, как правильно пользоваться свободой. Я хочу напомнить о самой главной несвободе, в которой пребывает много лет великая молчальница, великая пленница, православная церковь. Начиная с 1927 года, после выхода декларации митрополита Сергия Старогородского, церковь пошла на контракт, вынужденная после страшных потерь, после разрушения храмов, якобы для того, чтобы сохранить структуру церковную. Разрешили мирским властям ставить, кого они хотят. И вот с тех пор у нас в православной церкви из 719 заповедей и правил, регламентирующих жизнь церкви, 413 ежедневно, постоянно, целенаправленно, умышленно нарушаются. То есть 57%. Какая же здесь свобода? Где же здесь выход? Те, кто пошел на соединение с властью, начиная с архиерея и до патриарха, должны выйти перед народом, перед Богом, после трехдневного поста и сказать, желаем свободы, мы раскаиваемся в прежнем сотрудничестве с мирскими властями. И об этом необходимо молиться всем. Но ведь закон дан для преступников, а не для свободных. Если закон дан для них, то мы должны себя в их число и поставить. Я сегодня преступник. Из-за меня нет пробуждения в стране. Нет пробуждения в церкви. Время настолько ограничено, что не позволяет здесь сказать все.
Истинная свобода там, где Дух Господень, где есть истинное крещение. Мы к этой теме будем все время возвращаться. Здесь крещение, рождение новой души. После крещения человек заново выходит, освобожден от грехов, в свободе духа. Тогда он не будет в рабстве у греха. А для этого необходимо покаяться и иметь трехкратное полное погружение. Более подробно об этом можно узнать из наших занятий, которые проходят в техническом университете имени Ползунова, почти напротив ЦУМа. Вход от переговорного пункта каждый вторник и пятницу в 6 часов вечера. 412 аудитория. Вход свободный, бесплатный. Или сейчас можете позвонить по телефону, задать вопрос хотя бы на одну минуту. 24 38 46. Ибо многие сегодня обещают свободу, будучи сами рабы тления. Если смертный человек говорит о свободе, можем над этим только посмеяться. Свобода там, где воскресение из мертвых, то есть во Христе, которому вечная слава во веки веков. Аминь. Это вот одна моя передача. Ну, не по бумажке. Я просто говорю, как понимаю, видел. Мне Господь дал благословение проповедовать даже в храме Василия Блаженного, в метро, перед Кремлем там заходили мы, в Третьяковской галерее, в храме Исаакиевском соборе, в Петергофе. Ну, то есть трудно даже найти место, где бы Господь не послал проповедовать. Это те годы было, советское время еще. И поэтому ссылаться на несвободу я не могу, это неправда. Я в тюрьме был, проповедовал, и в лагере, и люди, преступники, каялись. Я никогда не забуду, как на пересылке нас прогнали до Ташкента, там были. И утром, когда уже побудка была, они там не спят, всю ночь колготятся заключенные. И ко мне подошли и говорят: вот вы вчера молились, вы же не оборачиваетесь, вы не видели. 7 человек с вами вместе на колени становились, молились. И они вот заключили договор, весь табак все спустили в туалет. Там туалет-то идет вот здесь. Можно мы тоже с вами будем молиться? Я даже знать не знаю. Никакого таланта здесь не хватит. Это миссия. Миссия – плод Духа Святого. Поэтому никаких миссионерских отделов не может быть. Бог их не организовывал. Два. Один или два человека. Поэтому в Потеряевке вот я занятие проводил. 123. Это последнее занятие. Но не потеряевское, это городское. Я им закончил. А остальные там, что записывал, или утеряны, или где. Ну, можно понять. Тематические. И что интересно, на меня преследовали патриарши, и тогда был епископ Антоний Масендич. И он сильно наседал на радиостанцию на эту. А там был Гринько Илья Николаевич, директор. Они ко мне на дом приходили, и обедали были, хорошие отношения были. И они его преследовали, чтобы я перешел в патриархию. А мы к Русской Православной Зарубежной Церкви относились и относимся по сей день. Ну, он говорит, я ничего не могу сделать, меня и свое руководство давит. Ну, что там требуется? Бумагу какую напишите ему, что вы с ним будете. Я говорю, мы с ним и бываем, мы вместе ездим. Он у меня дома был, обедал, Антоний. Хорошие отношения. Но им надо, чтобы залезли ко мне под язык. Не говорить, что у них в церкви неправильно, неправильное крещение. Ну, он меня увольняет, говорит, почему? Другие меня спрашивают, а почему передачи прекратились? Звонили, ответили, что у вас кончились темы. Темы кончились. Я говорю, когда я уходил, у меня еще было 150 тем, уже готовых, сказать я мог. Готовых, я просто их знаю. То есть, ну и все, меня оттуда выгнали. Прошла неделя вторая, его самого оттуда уволили. И он судился с ними, и перешел какая-то единица мер. Такое. На его место поставили другую там женщину. Проходит время, и радиостанцию эти закрыли. Как хочешь, так и понимай. А я понимаю так, если Слово Божие не звучит, она и радиостанция ваша ни к чему. Итак, Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.